Открытие многопрофильной поликлиники – пример того, как Чувашия эффективно реализует масштабные проекты. Это в интервью нашему телеканалу отметил депутат Государственной Думы России Николай Малов. Модернизация первичного звена здравоохранения – одна из приоритетных государственных задач, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Открытие сегодня новой современной многопрофильной поликлиники стало поистине рождественским подарком для Чебоксар. Это событие, которое без преувеличения все ждали с нетерпением. Приятно осознавать, что благодаря федеральной поддержке и работе местных органов власти из года в год укрепляется и совершенствуется материально-техническая база здравоохранения Чувашии. Хотя мы также понимаем, что впереди у нас еще много планов и конкретной работы в этой области.